Друзья, мы опять на озере. Полюбуйтесь на этого красавца. Договорились на 7 часов. Вот, здрасте. 6 часов утра, мы уже тут на озере. Я поздно лег. И рано встал. Я вообще забыл, насколько мы договорились. Поэтому решил приехать пораньше. Это хорошо, что я рано проснулся. Друзья, всем привет. Утро раннее. Люди поздние. Да-да. Кто-то даже удочки взял зачем-то на рыбалку. Ну да, самое главное, вовремя вспомнишь, что мы их забыли в машине. У меня бывало хуже. Я приезжал на рыбалку и вспоминал, что удочки стоят дома. Хотя на двери наклеил такую бумажку. Забыть удочки. Так что... Ко мне вот приехал дружище Вадим. Всем привет. Давно мы уже с ним не рыбачили. Ой, да, наверное, с Норвегии с прошлого года. Да. Но теперь сейчас порыбачим здесь, и через пару дней опять поедем в Норвегию. Да. И все будет у нас хорошо. Враг будет разбит, победа будет за нами. Да. И, как говорится, отдать швартовы. Я-то прям настоящий моряк. Ну, а то ж. Планы у нас... С Вадимом Батьковичем сегодня, как у Наполеона. Да, хотя бы что-то поймать. Ну, что-то мы поймаем. Ну, а то, что мы сегодня затеяли, это же вообще... Уму непомрачимо. Ладно, по мере продвижения нашей рыбалки мы будем включаться... И выключаться. Сейчас соберемся и пойдем под воду косить. Я тебя сверху подожду. Спасибо. Что там вдвоем делать, Володя? Да, в принципе, там нечего делать вдвоем. Я сейчас лучше так потом искупаю. Я думаю, у тебя навряд ли сегодня появится настроение купаться. Думаешь, так будет клевать, что не до этого будет? Нет, так не жарко будет. Да, понятно. А планы наши наполеоновские состояли в том, чтобы опуститься и немножко почистить место для рыбалки. Ну и тут начались наши пляски с бубнами. Сразу же выяснилось, что у меня недостаточная огрузка. Не рассчитал я, что баллон висит рядом со мной, а не на мне. Поэтому было маловато. Но кое-как все-таки мне удалось опуститься на дно. Но это оказался не единственный сюрприз. Как выяснилось, под травой не оказалось жесткого дна. А вместо него... Было приблизительно полметра грязи, так что точку опоры я так и не нашел. Кое-как удалось выдрать первую порцию травы, и тут же был у нас новый сюрприз. Оказалось, что выдернув часть травы, трава, находившаяся со всех сторон, сразу же эту яму затягивала. Вот так, промучившись приблизительно полчаса, пришлось завершить нашу работу, ничего так и не добившись, и подняться наверх. Единственное, что радовало, что не успел я забраться в лодку, как уже появились первые линии. Да, друзья, с погодой нас обманули капитально. Это какая-то задница. Офигенная погода. Вообще не должно было дождя быть. Ну хорошо, хоть плотва начала клевать. Вадим тут плотва разминается. Охотник, сколько тебе лет, говорит, а до сих пор в сказки веришь? Ну клюет. Клюет по-честному, да? По-честному идет дождь и дует ветер. Клюет она не по-честному. А как все хорошо начиналось.
Хорошо, хоть эти две удочки взял, блин. А? Да, вот это зашибись. Вот это ты зашатил. Что значит опытный воин? Вот. А посмотри, 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 это окунь. Это плотва просто большая. Нет, а за ними. А, за ним? За ним. Только я это, на нытье успел. Да. Блять, не клюет, то есть вон какие огромные плотвицы клюют. На нытье. Красота. На нытье сработало. Ура! Это же уже рыба. Да, это уже рыба, ты что, это самая крупная сегодня поймана. Нет, по-моему, твоя была побольше. Нет. Потом. А сколько там, а сколько там здоровых было еще, блин? За ней что ли? Ну. Вот почему она, блин, поплывет? Это же сразу поклевка чувствуется, да? Это окуни за ним. Опять сейчас поднимались. Батенька, 2-2. Я все понял, ты меня дуришь, блин. Я сейчас тоже глубину сделаю побольше. Говорит, тебе хватит, говорит, глубины, блин. Достает одну за одной. Ну мелкий, чё? Вообще мелкий. Я нас этой плотва, да, да. Плотва. И запутала мне эту. Взяла еще и запутала по поводу. Ну, как это называется? Это называется, что ты сейчас будешь распутываться. Она еще, ты смотри, как она клюнула. Она за глаз клюнула. Вот как это? Ну, крупняк, поздравляю я тебя. Да. Спасибо. Ты капюшон-то хоть сними, уже жара на улице. Не знаю, мне не жарко. Спим, сидим. Тут рыба вон клюет, а мы спим. Вадим, ты, наверное, дрожишь меньше, чем я, поэтому у тебя не клюет. Наверное. Крупняк идет, крупняк. Сегодняшнему дню крюкняк. Ты, а у тебя крупняк. Ты близко к берегу рыбачишь. А? Это точно. Я гранаты, говорит, у него не той системы. Я-то далеко от берега. Ну да. Тормоза ослабь. Так приподними. Так а что, я ослабил, ну все. А. Ушел он. Ну как ушел, ты зацепился? Как смешно лежала, а судочка вот так вот стала прыгать. Ну, так он, может, просто в траву зашел? Ну, не знаю. Я еще увижу, у меня вот так удочка. Так она же у тебя зацеплена? А сейчас не движется, да. Но он в траву зашел. Он может там сидеть. Потихоньку, потихоньку. Сильно не это. Не сильно, не сильно. Ну да, он затянул, что просто тык-тык-тык вот так трава идет. Он затянул ее туда. Просто я думаю, что он уже ушел. Ну, подожди, может, не ушел. Не отрывай, не отрывай, Вадим. Оторвать успеешь, не рви. Еле удочка, он дынь-дынь, я еле схватил ее. Вытягивать надо было, не давать ему в грязь зайти. Вытягивать? Я же в это время другой удочкой занимался. Люди добрые, посмотрите на этого киномеханика, блин. Пока провозился со своей камерой и линя упустил. Ни хрена, это вот за двумя зайцами погонишься, когда 10 удочек стоишь. Стоит, вот и пропустил. Была бы одна удочка, ничего бы не пропустил. Да какие 10? Две удочки стоят у каждого. Что тебе дать, это мормышку? Нет, я не на мормышку поймал, а на спидшот поймал его. Пока с твоей тут игрался, поклевку засниму, поклевку. А тут рыба уже. Так тебе и надо. И не снял поклевку я. Так,
Я не понял, закинул, а этот леска сразу куда-то пошла в сторону. Даже до дна не дошла. Не, ну так нечестно. Мы так не договаривались. Так мы с тобой и никак не договаривались. Я это уже понял. Видишь, иногда не вредно перекидывать. Зацепил ту. Вот он, наш, ура! Наш первый. Ура, какой красавец! Опа! Молоток! Красавчик! Я ж тебе говорил, перекидывать надо, перекидывать. За тобой не успею. Нет, ты видел, да? Ну. Бах только удочка и ушла, блин. А здоровый какой. Хороший. А? Хороший. Отцепил? Угу, а там где-то еще та удочка. Купчанка еще тут. Ну, сейчас распутаем. Ну, положь пока. Ну, ладно, да. Давай фоточку закидай. Посмотри, какой красавец, блин. Да. 2 кг около того. Да. Попасть ему надо. Попасть сейчас под нос. Он пришел. Главное, мы его выудили. Да, вот так, друзья, как-то мы сегодня рыбачим, да? Странно. Кто-то рыбачит, а кто-то и нет. У нас то дождь, то ветер. Снега еще только не было, а так все уже. Ты считай, ты нырял, сушой снег был. Сейчас уже вот немножко обсохли. Уже первого линя поймали. Ну, будем стараться еще что-нибудь поймать. Так что будьте с нами. Мне, конечно, немножко уже смешно. Так, я не знаю. Там у кого-то лени клюют. Ну, это что, тебе не рыба, что ли? Да. Посмотри, какая. Ты настоящий товарищ. Ну ничего, ничего. Бывает и хуже. Да-да. Кикан, плотвина рыбалки. Не, ну как это называется? Моя? Кто-то линей, а у меня вот такая хрень. Мы так не договаривались. Вадим. Да я к тебе больше не приеду. Очередной линь? Да, я к тебе больше не приеду. Ну единственное, что может быть у меня будет шанс догнать тебя по плотвине. Не, что тебе, плотва не рыба, что ли, блин? Как тебе сказать? Ток сказал, что надо поплавок. Закинул, вот она, плотвица, красавчик, да? Сразу же, в лед она ее. Ну... Еще раз закинем, раз так хорошо было, да? Ну, хоть не я один плотву, то, блин. Вот такие у нас линии вместо... Линии, да. Вместо линей вот такое вот. Будет завялочка хорошая. Да. Ну, таких мы уже сегодня достаточно так надергали, да? Ну, хорошая. Кто-то достаточно, кто-то не... Хорошая смысл, плотва. Вот оно, солнышко волшебное. Да. Мы его так долго ждали, этого солнышка волшебного. Так, наконец-то у меня клюнули. Ходит, я даже вижу подлесок. Я вам долел за якорь, представляешь, вон он, видишь, да, якорь? Да ты чё, блин, да. Стоп. Надо, да. надо вытаскивать. Мяч оторвёшь. Он сейчас дёргает один раз, это, блин, оторвёт. Батенька за якорь, гад. Батенька опять проспал. Извиняйте, ты же сам сказал, 0,16 поводок. Я не мог форсировать. Он оторвется сейчас. Ну, оторвется, что теперь? Все. Нет, а, ушел, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, это не мой день. Ну а чё ты, блин, это, дал ему туда уйти? Как я мог ему не дать? Я подсёк, он сразу-то пошёл, Володь. На такой удочке ты бы не дал? Ну, конечно, нет. Да она бы рвала бы тогда.
Горький хлеб. У нас новый мотор. Он против ветра больше узлов дает. В здоровом теле здоровый дух. Короче, полторы лошадиных. Короче, решили мы переместиться на другой берег, чтобы встать за ветром, потому что здесь совсем невозможно. Нас даже с якоря срывает. Да. Все, друзья, состоялась наша рыбалка сегодняшняя. Немножко с погодой не повезло. Погода была не такая, как нам обещали. Вообще, надурили. Вообще не такая. Поверить синоптикам, себя обмануть. Ну, рыба поклевывала. Вадим 4 штуки слил. Да, 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 надо уметь. Надо уметь. С горем пополам одного линя поймал. Ну, плотвиц половили хороших. Так что рыбалка в конечном итоге удалась. Так что, друзья, всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч на воде. Всем пока. Пока.